Что ж, займемся покраской, но прежде чем заняться покраской, вы знаете, мне не хватает вот здесь взобрали щелей, да? Сейчас мы с вами их создадим. Ctrl-R. Сюда. И здесь. Ctrl-R. Сюда. Прекрасно. А теперь возьмем другое. То есть Ctrl-R возьмем, но сделаем, допустим, побольше, так, вот так, и посмотрим, сможем мы это сделать. Сейчас мы возьмем вот эти вот этот и вот этот, и потянем их. И потянем внутрь. Ну, почему нет? Чудно. Останется здесь еще парочку сделать. Да? И все. Тут Ctrl-R. Берем вот этот, а нет, вот этот берем. Стоп, где у нас дырка? Ну правильно, да? Это ушло туда, это вот здесь, 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 здесь. И тоже тянем их Е внутрь. Ну шикарно, все, можем красить. Так, подумаем о том, тут совсем немного краски-то. Единственное, что я вот хотел сюда посадить какой-то геральдический. Так, сейчас подумаю, как это лучше сделать. Секундочку, секундочку, секундочку. Давайте сделаем выпуклый такой крест. Мальтийский или какой-нибудь. Не знаю. Какой сейчас сделаем, ребят? Так. Чтобы у нас было видно. Ну, сейчас Ctrl Shift и куб. Возьмем кубик. Так, возьмем кубик и его сейчас всяко-разно уменьшим. Сюда выдвинем. По этой оси уменьшим. Так. И сделаем следующее. Пойдем в Edit Mode. Теперь возьмем, разделим это дело. Ctrl-R и две штуки. Так, и по оси S, по оси Z. Вот такие. Так. Хорошо. Тянем наверх, тоже по оси Z. Вот так. Еще немножко. Отлично. Дальше. Что-то тут я наворотил, ребят. Что-то мне тут, кажется, я не то немножко сделал. Ну-ка. Я вижу, что там появились какие-то странные, как будто их два там. Так, Ctrl-R, иногда бывает.
делать так быстрее. И здесь сейчас мы этот и этот. И труд по нормалям. Так, тут нормально включить еще, что ли? Все время забываю. Когда-нибудь научусь. Так, если я возьму S и вот так сделаю, мне сейчас так и надо, потому что я хочу теперь S по Z, вот такой крест сделать я хочу. Единственное, что S по Y, вот так. То же самое здесь сделать. По Y, да? Или по X? Нет, по Y, все правильно, по Y. Так, вот это можно вообще удалить. Вот это вытянуть чуть-чуть. Тут сейчас сделаем эти ребра. F. И тянем, потянем. S. По S. Так. И наверх. Прозрачненький сделаем сейчас. Здесь разрежем его. Ctrl-P. Так. А эти части мы его вот так сделаем. И S подтянем. Так вот. И S. Угу. Так оно будет гораздо приятнее выглядеть. Ctrl-R и S. Так. А этот сейчас мы
точки выделим и чуть продавим. Вот так. Вот такой у нас будет крестик. И теперь главное его прилепить сюда. Вот это вот я не знаю, как сделать. Пойду узнаю в Photoshop, это в интернете, и вам расскажу, хорошо? Так, ну не пошел я. Почему? Потому что, ребята, для того, чтобы точно его сюда посадить, его этот крест надо будет тоже, знаете ли, хорошо разбить на всякие эти. Давайте лучше мы это вручную сделаем. Сейчас подтащим его в центр. Так. И у нас же есть с вами очень хорошая штука такая, которую мы можем воспользоваться. Да. Да, но сначала надо выделить что-либо. Так, мы с вами в объекте, нам надо в Editor Mode зайти, так? И потом вот здесь, а я бы такой центральный еще сделал, Ctrl, вот так, сделал бы хорошо. Ну, вот здесь, не знаю, достаточно будет. Давайте мы его теперь выделим весь, зайдем сверху. Так, возьмем G. Секунду. Вот так, G теперь. И выгнем его просто-напросто. Примерно такой же, как в оси Y, да? И теперь потащим сюда. Так, стоп. Теперь мы можем отключить это дело, наверное, вот так, тоже взять, нет, вот, и подтащить его сюда, и вот так его сделать. Смотрим, хорошо, прекрасно сюда вписался, ребят. Все. Теперь я пойду создам карту этого негодяя. Так, ну а что здесь? Здесь серый, вот деревяшка здесь. Красный. Не будем мы делать развертку сейчас. Мы просто скажем, сейчас нам надо изменить вот этот на шейдинг Edit. И быстренько скажем так. Поставим все на место. Этот уберем. Сейчас не нужен. Edit. Вот так. Я смотрю, что как бы этот крест. Немножко его надо вниз.